получаемся вообще между, понимаешь? Две артиллерии, ага. их не и наша, мы тупо между сидим. Дебилы. Да, смотрим фейерверки, он у нас вот эту соседнюю гору взрывает, она горит. Ну, сегодня бомбило нас, прямо вот по нашей горе, ё-моё. Ну, короче, это в окопах, как дурачки сидели. Ты знаешь, что все показывают? Что летают и наши самолеты, много бомбов, и самоходы, и столько этих... Послушай, все, что показывают, полный бред. Вот полный. Это выебоны. Вот извиняюсь за слова, потому что этого нету. Ты бы видел, мы когда сопровождали колонну техники, это пиздец. Это вот 50-х годов, 60-х. И все в единичных, ну, в штучных. Там три танка, пять таких-то БМП, там, мотовых. Ничего нахуй нет, у нас все старое. И еще тебе больше скажу, мы еще и проебываем технику. У нас а все недавно... показывает, что забираем. Я помню это, я каждый раз поражаюсь тому, что показывают по телевизору. Я говорю, парашу это все. Тут стыд и срам вообще происходит. Я говорю, и технику мы смотрели, у нас аж слезы наворачивались. Охренеть, я говорю, четыре танка, они ржавущие. Как они едут, вообще непонятно. Убитые, сраженные уже. Но показывают же кадры все равно оттуда. Значит, и есть и хорошая стреляем, техника. Короче, стреляем, знаешь, чем? Ну, вот я тебе здесь говорю, что мы в Белгороде были, что здесь. Самое крутое — это С-300. Штучно выстреливают они. То есть разово, там, раз в день, грубо говоря. Видимо, я так понимаю, снарядов-то нет. У них все плохо подвозят их. Есть грады, которые также штучно раз в два дня стреляют, я видел. Там раз в несколько дней вертолет там, либо самолет пролетает. Что бахают, непонятно, как будто вслепую. В общем, позорище такое, кошмар. Все, что говорят по телевизору, показывают бред. Бред. Убиваем мы их, убиваем, наступаем, сдерживаем. Что же это все? Тоже вранье?